Мир всем. Сегодня у нас на календаре конец января, а на дворе... Сейчас мы посмотрим, что творится у нас на дворе сегодня. На дворе творится очень большая метель. Я не говорю слово страшное, ну метель. В общем, такая метель, что даже на улицу выходить неохота. Но все-таки, наверное, придется выйти и посмотреть, как оно там ощущается. Сверху немножечко больше открывает нам метель. То есть железной дороги, понятно, не видно вообще. А где она там, то ли она есть, то ли ее нету. Ну, смотри, хорошо обдувает. И на крыше снега нету, тоже все сдувает. Ох, ну-ка попробуйте приблизить. Ну вот, по всей видимости, такая погода из-за того, что, наверное, меняются там циклоны или еще что-то. Роза ветров тут уже как бы она понятная. Во-во-во, пошло. Вообще ничего не видать. Вот, и получается, с этой стороны мы видим, вот наметает большие шапки, в общем, снега, который придется, конечно, потом весной убирать. Поэтому при строительстве дома надо тоже учитывать розу ветров, в какой бы ты местности ни находился, вот, чтобы было потом, ну, как-то полегче со снегом, раз мы тут в Сибири живем. Перетаскиваем воду с места на место, и никуда от этого не денешься. Когда на улице такая вьюга, то понимаешь, что правильным было решение углярочку все-таки придумать в доме. Ну, в цокольном этаже, конечно, если он есть. Либо, может быть, короче, как-то так, чтобы можно было добраться до угля. Вот. Пусть вьюга там идет. А мы тут посмотрим, значит, что у нас тут с печечкой. Ух, как она. Ну, я тут уже немножко подшелудил. Можно, собственно, даже, наверное, добавить немножко угольку. Прежде чем выйти на улицу, надо сначала подбавить уголечка. Правда, уголечек что-то... У меня там и камешки есть, конечно. Ну, вот так вот. Сильно не засыпаю, чтобы она потом у нас не пухнула. Ну, тут у нас температура поднимается. Да, потихонечку. Ага, вот 70 градусов. Ну, что ж, здесь тепло. Все, идем на улицу. Например, куда-то надо выйти. Хотя метель, честно признаться, она не всегда порывами задувает, так что ничего не видно. Да.
давай. Так, вот тут хочу домой попасть, но как бы не заблудиться. Ну, как-то так по стеночке. Да, наверное, лучше все-таки в такую погоду сидеть дома. Так что я побежал домой. Все, всего доброго. Помните, у Пушкина есть выражение: вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, ну и так далее. Вот мы сейчас посмотрим, ночь прошла, а ночь была ого-го, дуло со страшной силой, так и не прекращалось. Сейчас мы посмотрим, что же нам тут надуло. Ну, нам-то как бы не страшно. Вот, говорят, очень страшно было на трассах, где-то аварии там, ну и так далее. В городе тоже. Во какой барханчик. Вот его не было вчера. Ну, потом вон туда, там за столбом тоже надуло. Здесь вот. Ну, это вот еще один интересный моментик. Мы тут вчера ходили. Вот посмотрите, какой бархан сегодня. Ого-го-го-го. Столбушки огородные вровень сравняло. Все, в огороде вот сколько снега. Вот, это я тут, ну, типа дверку поставил, что ли. Оп. О, какой бархан. А что тут творится? Я вчера показывал, что тут тоже бархан был такой. Ну, вот он, собственно, он такой и есть. Ну, видно, что снега надуло. Надуло прям очень-очень. Очень много. Вот за сараем тут тоже надуло. Уже отметка, как говорится, приближается к окошкам. Ну, весной придется подкапывать, наверное. Ну, кстати, по погоде говорят, что это не последняя метель со снегом. Вот, будет еще потом. Так что... посмотрим потом еще. Вот как интересно. Здесь, значит, снизу обдуло у забора, а тут бархан такой надуло. Вот. Ну, тут, собственно, как обычно. Вот здесь вот, конечно, сильно надуло. И вот тоже получается возле забора прям ого-го. Каждый столбушок всегда вокруг обдувает. Ну, что там, что там. Ну что ж, для кого-то хорошо, для фермеров снег это на поля, чтобы больше влаги было, это хорошо. Ну а если в городе, то, конечно, это не очень, потому что там службы не справляются, все такое. Ну ладно, будет еще снега, будем ждать, слава богу. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.